Всем привет! Сегодня на распаковке вот такая достаточно большая посылочка стоимостью $36. Здесь 5 блоков питания. Вот я на экране вам покажу. Заказал много разных блоков. Это импульсные блоки питания, они бэушные. Как-то ранее я уже делал видео, где-то месяцев 10 назад я нашел такой интересный магазин, который продавал бэушные блоки питания. То есть китайцы разбирали какие-то устройства и доставали блоки питания и их продавали. Эти блоки питания были очень качественные. Они в принципе и сейчас есть, но какой недостаток с тем магазином произошел? Они ввели платную доставку. Раньше они доставляли товары бесплатно, и цена на блоки была просто замечательная. Я купил там очень много блоков питания, всеми ими очень доволен. И я буду говорить именно про Беларусь, так как я не знаю, как в другие страны там будет доставка, но у нас доставка стала в среднем $2-3. И получается, что если там блок питания с хорошей ценой плюс доставка, получается гораздо дороже, и уже цена, скажем так, не очень выгодная. И я нашел интересный магазин. Тот магазин был единственный, который продавал бэушные блоки питания такого высокого качества. Я искал и никак не мог найти подобного магазина на AliExpress. И вот недавно я наткнулся вот на такой магазин. Он называется IC GoGoGo Store. То есть я ссылочки все оставлю. Они продают такие же блоки питания, но самое главное, что у них бесплатная доставка. Вот, поэтому я сразу заказал целую кучу, скажем так, блоков питания, целых 5 штук, разных. Ну, давайте посмотрим. Вот я их уже распаковал. Внутри у нас... Вот видим, внутри у нас 2 таких свертка и вот такая вот открыточка. Здесь вот адрес магазина. Ну, это я все оставлю в описании. Какие-то пожелания туда-сюда. Ну, это все будет в описании. Ну, давайте начнем вот с этой коробочки. Запаковано все очень-очень хорошо. Видим, сколько пупырки. И вот у нас начинают появляться наши блоки питания. Так, давайте я, наверное, сразу все распакую и потом будем смотреть. Вот второй. Да, замотали, конечно, не пожалели. Столько пупырки. Даже все на экран не хочет помещаться. Так, давайте разложим. Вот мы видим 5 блоков питания. Все, которые я заказывал, они и приехали. В магазине огромнейший ассортимент. Там блоки питания любых напряжений, ну вообще любых сил тока. То есть подберете абсолютно какой вам нужен блок питания. И все они достаточно дешевые. Вот видим, что это все блоки питания, они из чего-то извлечены. Здесь вот видим, с разъемом он идет. Но все они также собраны очень качественно. Абсолютно аналогично, как и прежние блоки питания, которые я покупал. Видим, что вот провода откушены. Это именно говорит о том, что это БУ блоки питания. Я сейчас делаю просто распаковку, а тесты будут в следующем виде, будут попозже. Вот здесь видим, тоже видно, что это блок питания. Вот здесь вот откушены провода. Даже некоторые вот можно прочитать маркировки. 2011 года. Эмерсон. А здесь у нас есть какая-то маркировка. Ну, здесь залито компаундом. Не видно, что за маркировка. Но собраны такие добротно. Так, вот еще. А, здесь довольно известный. Вот смотрите. Лайтон. Видите, да? То есть говорить можно однозначно, что это хорошие будут блоки питания.
Так, вот такой блок питания. Так, какой тут производитель? Даже не видно. Ну, есть маркировки какие-то. По маркировкам можно, я думаю, найти, откуда они. И вот такой маленький блок питания. Это 5-вольтовый блок питания. Очень удобно их использовать. Я вот сделал много зарядных устройств. Просто берем корпус. Вот так как у меня есть 3D принтер, я напечатал корпус под него, поставил выключатель и поставил несколько USB портов от материнской платы. И у меня такое классное зарядное устройство. Там до 3 ампер. Ну, смотря какой блок питания поставите, заряжает абсолютно все. Вот такие блоки питания продаются в данном магазине. Здесь блоков питания просто огромное количество. И помимо этих блоков питания, у них есть еще там различные и лабораторные источники питания. Ну, то есть я так понял, что этот магазин специализируется именно по таким вот вещам, как блоки питания и электроника такая вот. Ну, в принципе, на этом все. Обзоры блоков питания будут в отдельном видео, потому что все тестировать я не вижу смысла. Может быть, кому какой-то конкретно блок питания будет интересно протестировать, задавайте какие-то вопросы в комментариях. Я постараюсь собрать интересные вопросы, тесты какие-то сделать к следующему видео. Ссылочки на данный магазин я оставлю в описании. Ну а на этом все. Всем пока!